Всем привет, подписчики! Я снова на Аби. И смотрите, в этот раз какое я нашел местечко клевое. Это пляж. И я здесь полностью один. Один на целом пляжу. Вон лодки иногда, казаночки проплывают мимо. А так я абсолютно один. Я накачал лодку, все, спустил ее на воду. Такое удобное местечко. Представляете? Искупаюсь и поплыву ловичок. А вам желаю приятного просмотра и почаще выбираться на рыбалку, и не хвоста, ни чешуи всем. Освежились. Слил поклевку, мужики. Смотрите, что в итоге. Хвост откусило. Но долбило хорошо. Что тут, зубы есть? Есть зубы и нет хвоста. Вот здесь была поклевка. Надо делать новую резинку. Это кейтейдж была. И пробовать еще. Кого поймал шнурка. Это шнурочек. Такие нам не нужны. Повисла рыба. Повисание произошло без поклевки. Сейчас мы ее под саком возьмем. Сошла. Не взял под саком маленько. Ну ладно, такая киловка была. Сошла, блин. Хорошая рыба была. Но сошла. Он что сделал с приманочкой. Ну попал это в приманку. Ну тут есть, конечно, порез. Нагрузили. Да. Жалко. Попробую еще постоять здесь. Ударила. Я ожидал этой поклевки. Хорошая рыба. Хорошая рыбка, да. Есть. Ждал, говорю, этой поклевки. Это полторашечка где-то. Около. Тихо. О, какая красавица. Очень плохо сидела. Фу, хорошая рыбка. Вот это хорошая рыбка. Фу. Класс.
встретил друзей. Они хотят меня угостить средством от мошек. Что, Лен, какой рецепт? Пол чайных ложки, блин, этого. Ой, много, да? Вот так, наверное. Ну, так вот и на себя. На себя. Спасибо огромное. И ваниль. Фу. Не знаю. Главное, уши. Я терпеть не могу, когда начинаю достигать. Уши и глаза. Около полкилограмма. Отпущу ее, пусть растет. Пошла красавица. Классно. Шнурок опять стоит какой-то. Ну, очередной шнурочек. Тихо. Сейчас тебя отпущу. Так, отдай приманку. Все, отдала. Гуляй. Ося. Самый коряжник закинул. Ну, прошла сейчас катер, прошел. Сейчас волной накроет меня. А так в самом коряжнике швырнул. Может быть рыба, а может быть зацеп. Неизвестно, что может быть. Блядь, поклёвка. Мимо, поклёвка мимо. Просто мимо. Резину он сбила. Фу, ребятки, есть тут еще щука. Еще один шнурок. А сама отцепилась, ну и хорошо. Мне клюнула щука хорошая на макалку. Держится слабо. Вообще слабо. А камера снятая, снята, скрыта. Хорошая щука. Заведу я ее, нет. Есть! Фу, макаю, макаю. И тут она бах, полторашечка. Фу, а камера на зарядке. На пауэрбанке. Класс, класс, ребятки. Первая сегодня на макалку. Фу, ну давай, махина. Где ты там? Ух ты, какая здоровая. Ух ты, ближе к дружке даже, ребят. Ближе к двушке. Сейчас камеру нормально одену. Во какая, ребятки. Ну нет, двух, конечно, нету. Кило 700 где-то вот так. Вот это да! Yes, yes! У меня теперь две полторашки. Вот они, мои красавицы. Вот они две. Ох, какие! Полтора и кило 700. Фух. Вот я доволен-то. Классно. Сейчас я сварю себе покушать макароны с тушеночкой. Уже водичку поставил.
и поплыву ловить щук. А может быть, искупаюсь сначала, водичку поставил. Макарончики, тушеночка. Сейчас сварим. Как прекрасно же готовить кушать на берегу реки. В хорошую летнюю солнечную погоду. Да еще когда один на такую площадь. Макароны уже почти готовые. Сейчас мы туда тушеночки сыпанем. Так. Еще размешаем. Чуть-чуть макароны, полбаночки тушенки. И будем обедать и купаться, и рыбачить.